На работе. А что? Тете стало плохо. Скорее приезжай. Что случилось? Она упала в обморок. Да и мне нехорошо. Приезжай скорее. Ладно, ладно, сейчас буду. Она едет. В чем дело? Тете стало плохо. Я отпрошусь и поеду домой. Но что с ней случилось? Не знаю, но дядя был напуган. Ладно, беги, потом расскажешь. Беги! Да. Держи меня в курсе! Слушаю. Алло, стамбулец, это Нагихан. Привет. Как ты? Это не важно. Можешь присмотреть за Адой? А что, вы не вместе? Были вместе, но дядя сказал, что ее тете плохо. Велел возвращаться, и она побежала домой. Я звонила, но она не отвечает. Я совсем не доверяю ее дяде. Может, проведаешь их? Ты же рядом. Ладно, сейчас езжу и дам тебе знать. Спасибо. Не за что. Юсуф? А? Погоди минутку. Что ж такое? Мне нужно срочно уехать. Что случилось? Сообщи Мурату. Ладно, давай. Рахмет, есть 20 лир? Да, есть. Держи. Потом верну. Да-да, хорошо. Тетя! Дядя! Здравствуй, Мерьям. Где мой дядя? И где тетя? Не знаю. Уходи. Я уйду. Уйду, не волнуйся. Но только я возьму тебя с собой. Я с тобой не пойду. Пойдешь, пойдешь. Тебе придется пойти. Если не пойдешь, то я просто тебя убью. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.